Всем привет, и вы на канале, посвященный Airsoft GeoStructiCool. В дальнейшем на канале будут появляться различные геймплейные видео, как снайперские, так и CQB. Также планирую делать обзоры и давать какие-то полезные советы. Сразу же хочу извиниться за немного смещенную в бок камеру, которая показывает из прицела. Не учел всех нюансов, как оказалось, их намного больше. Вот, я в съемке новичок, но я вас уверяю, в дальнейшем это будет все учитываться, исправляться, так что не судите особо строго. Сегодняшняя игра будет посвящаться открытию CQB полигона AirStation. Там прошла первая пробная игра под названием Test Drive 1. Это был действительно ближний и жаркий бой. Ну, давайте посмотрим. Я вас не буду особо вначале напрягать, что нам и где надо было сделать. Потому что состоялось несколько мини-раундов. В одном нам надо было удерживать какой-то объект, в другом надо было донести бомбу. Также был дед-матч. В принципе, все сводилось к тому, что выиграет та команда, которая более слаженно играет, более метко стреляет. Ну что ж, погнали. Сегодня я использую свой АКСУ от фирмы АПС со средним выхлопом 125 метров в секунду и стреляю 0,25 шарами АСГ Бластер. Также у меня была проблема с хопом, так как я поставил неудачную резинку, и точность и дальность, конечно, оставляли желать лучшего, но тем не менее мне все же удалось кого-то подстрелить. И вот я ловлю свой первый шар. Вот я решаюсь прорваться вперед, так как я не люблю засиживаться на одном и том же месте, но сокомандник с позывным деда решает взорвать меня. Эх, деда, а я-то думал, ты нормальный пацан. Но ничего, я жив-здоров, и игра продолжается. Вот, кстати, этот джентльмен высматривает, кого бы еще подкурить. Вот, кстати, у нас главный подрывник накручивает на игру столько гранат, сколько другие шаров не берут.
Граната не взорвалась. Китайцы, привет. Это бомбануло. Опять у меня что-то пролетело. Данстарт другого раунда. Тут нам надо было удерживать объект, больше играть от обороны. Старый бомбармен безжалостно взрывает соперников. У него как раз тогда в приводе села батарея, так что его пришлось уговаривать, чтобы он взял мой пистолет, а то он планировал доигрывать раунд только с гранатами. А вот неудачный прорыв одного из соперников, вы его еще увидите. Вот чем отличаются те люди, которые приходят играть первый раз, берут в аренду привода, тем, что от них не знаешь, чего ожидать. Ну и порой это дает свои плоды. Но не в этот раз. Ни шагу назад, мы пытаемся продавить вражескую оборону. Тоже пацаны отчаянно сражаются, но... Я получаю свой шальный шар. В этом сценарии нам надо было донести пикующую бомбу до вражеской базы за определенное время. Если мы не успеем этого сделать, сами понимаете, что произойдет. Для тех, кто не догадался, пик бадабум. Тут хитрый противник кинул нам чью-то не разорвавшуюся гранату, тем самым напугав всех. А вот тут стоп на секунду. Это самый заразительный смех, который я слышал на играх. Послушайте еще раз. Ну и еще раз. Ладно, собрались, погнали дальше. Родина в опасности. А, бомба все усердно тикает в этом маленьком чемоданчике у Юзы в руках. Деда, хлебом не корми, дай взорвать кого-нибудь. Вот он, отчаянный прорыв все того же камикадзе, но опять неудачно. Это покрышка не справа. Деда, он покрышки и бочка, видишь, он там сидит, вот он сидит. Идеальный тайминг. Опять же повезло, снял его с последнего шара в обойме. Китайцы, опять не взорвалась.
Хана села батарея. Мой пистолет сегодня пользуется бешеной популярностью. Кстати, батареи садились у многих, так как было очень много одиночного огня, как известно, в расход батареи идет намного больше. Я вот тоже бегал свою разок менять. Вот они, финальные несколько метров для того, чтобы установить бомбу. И мой последний рывок до позиции, но... Извиняйте, пацаны, без меня. Игра закончилась, нам все-таки удалось донести бомбу в отведенное для нас время, и наша команда победила. А в общем, конечно, победила Airsoft, поскольку это игра друзей. И это был последний раунд на сегодня. Набегались мы, конечно, вдоволь, было довольно-таки весело. Ну, а на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Кто поставит пачку лайков, тот получит балалайку. Кто дизлайков пачку, тот получит... Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Peace.